Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. 50 лет – прекрасный возраст. Женщина знает свои достоинства, все сильные и слабые стороны. Быть в тренде и в курсе модных новинок необходимо в любом возрасте. И в погоне за модой не следует терять свою индивидуальность. Одновременно учитывать свои пожелания. Особенно сложно выбирать модные брюки. Большинство тенденций рассчитано на юных девушек. Но есть советы и некоторые правила, которые подойдут дамам в этом выборе. Рекомендую учитывать именно два главных правила – это элегантность и сдержанность. Не подходит слишком обтягивающая или заниженная посадка. Такая кричащая сексуальность простительна только юным дамам. Зрелым следует выбирать одежду, лишь подчеркивающую женские изгибы, а не открывающую ее полностью. Ни для кого не секрет, что у некоторых с возрастом открывается проблема лишнего веса, и милые дамы пытаются спрятать себя за мешковатыми нарядами. На самом деле, бесформенная одежда еще сильнее подчеркивает объем. При выборе фасонов с легкостью примеряйте классику, чиносы, бананы, дудочки, свободные в бедрах и слегка зауженные к низу. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!